Приветствую вас на канале «Правильный выбор». В этом видео я расскажу вам о 7 лучших газовых обогревателях для дома и дачи. На что я хочу начать с компактной и универсальной модели Ballou BIG-H3, которая может использоваться не только для обогрева помещений, но и для приготовления пищи на открытом воздухе. Этот обогреватель работает от баллонов с пропан-бутаном и имеет КПД 100%. Он оснащен керамической панелью, защищенной решеткой из нержавеющей стали и съемными ножками с фиксатором положений. Прибор может обогревать помещение площадью до 30 квадратных метров. Имеет мощность 3 кВт. Среди его особенностей стоит отметить наличие регулятора мощности и термостата, которые позволяют настраивать температуру и расход газа в зависимости от условий эксплуатации. А еще производитель предусмотрел здесь систему безопасности, которая включает в себя защиту от перегрева, контроль пламени и автоматическое отключение при опрокидывании, что предотвращает возникновение пожара или утечки газа. Кроме того, обогреватель отличается экономичностью, так как расход газа составляет 22 сотых килограмма в час при максимальной мощности, а подключение к электросети не требуется. Что же касается недостатков, то в этом плане можно отметить зависимость от баллонов с газом. Обогреватель требует наличия баллонов с пропан-бутаном, которые нужно периодически покупать и менять. Баллоны также занимают место и добавляют вес к обогревателю. Еще к минусам можно отнести ограниченную зону обогрева, так как данная модель излучает тепло только в одном направлении. В описании к этому видео мы оставили ссылки на все обогреватели, представленные в нашем рейтинге, а там же вы найдете специальный скидочный промокод, который позволит вам сэкономить при покупке на Яндекс.Маркете. Успейте воспользоваться им. Далее в нашем рейтинге идет модель Resanta PG4200S, которая отличается компактностью и мобильностью и может использоваться в различных условиях. Этот обогреватель работает на сжиженном газе и имеет регулируемую мощность от 1,5 до 4,2 кВт. Он может обогревать помещение площадью до 60 квадратных метров, создавая комфортную температуру и не сжигая кислород. Прибор имеет простой и надежный корпус, выполненный из стали и пластика. Кроме того, он оснащен термостатом, который поддерживает заданную температуру, пьезорозжигом, который обеспечивает легкий запуск, защитой от перегрева и поддерживает функцию автоматического отключения при опрокидывании, что гарантирует безопасность эксплуатации. Обогреватель также имеет ручку и колесики для его более удобного перемещения. Данная модель подходит в том числе для использования в гаражах, складах, теплицах, строительных площадках и других неотапливаемых помещениях. Она может работать как на открытом воздухе, так и в закрытых пространствах с хорошей вентиляцией и не требует подключения к электросети или водопроводу. А среди минусов, о которых пишут пользователи в своих отзывах, можно выделить шумную работу устройства, запах газа при запуске и необходимость частой замены баллонов. Ставьте лайк, если вам понравилась эта модель, и не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Следующий газовый обогреватель, о котором я хочу вам рассказать, носит название Timberg TGH4200X0. Он работает на сжиженном газе и имеет два режима мощности – 2 и 3,5 кВт. Эта модель может обогревать помещение площадью до 60 квадратных метров, создавая равномерное тепло. Прибор имеет компактный корпус, выполненный из пластика и металла. Он также оснащен высококачественной керамической панелью, которая излучает инфракрасное излучение и не сушит воздух. Кроме того, обогреватель имеет термостат, который поддерживает заданную температуру, пьезоподжиг, который обеспечивает быстрый запуск, защиту от перегрева и поддерживает функцию автоматического отключения при опрокидывании, что обеспечивает безопасность эксплуатации. Устройство легко перемещать благодаря удобной ручке и подставке. Данная модель подходит для использования в домах, квартирах, дачах, офисах и других жилых и коммерческих помещениях. Она может работать как в закрытых пространствах с хорошей вентиляцией, так и на открытом воздухе и не требует подключения к электросети или водопроводу. Обогреватель, помимо всего прочего, отличается тихой работой и простотой в использовании. А среди минусов пользователи в своих отзывах обычно отмечают слабую стабилизацию пламени при низком давлении газа и необходимость частой замены баллонов.
На очереди модель Baloo BIGH5. Этот напольный инфракрасный обогреватель работает от газового баллона и имеет три режима мощности – 1,4, 2,8 и 4,2 кВт. Он подходит для обогрева помещений площадью до 60 квадратных метров и включает в себя систему защиты от перегрева и опрокидывания. Кроме того, прибор оснащен термостатом, пьезоэлектрическим поджигом и регулятором давления газа. Он может достаточно легко передвигаться по полу за счет колес и отличается сдержанным дизайном. Среди основных преимуществ прибора можно отметить быстрый и мощный нагрев, весьма экономный расход газа, который составляет 305 тысячных килограммов в час, наличие различных функций безопасности и простоту в помещении. Однако у этого обогревателя есть и некоторые недостатки, которые нужно учитывать при покупке. Во-первых, он требует частого проветривания помещения, так как продукты горения газа могут негативно влиять на здоровье человека и вызывать конденсаты на холодных поверхностях. Во-вторых, он достаточно легкий и может легко опрокинуться при случайном толчке или порыве ветра, хотя здесь на помощь и приходит защита от опрокидывания. А в-третьих, он может иметь проблемы с запуском при новом баллоне, которые требуют дополнительных действий со стороны пользователя. Но такой вариант, безусловно, является хорошим выбором для тех, кто ищет быстрый и экономичный способ обогреть свое помещение. Финальную тройку нашего рейтинга открывает модель Bartolini Pullover. Этот инфракрасный обогреватель с керамическим нагревательным элементом может работать от центрального газоснабжения или от баллона. Он имеет три режима мощности – 1,6, 3,6 и 4,2 кВт – и предназначен для помещений площадью до 60 квадратных метров. Кроме того, прибор оснащен встроенным тепловентилятором с двумя режимами мощности – 1 и 2 кВт. Помимо всего прочего, вес данной модели составляет 13,6 килограмма, а при покупке в комплекте можно обнаружить газовый редуктор, газовый рукав и хомут. Среди основных преимуществ устройства можно выделить быстрый и равномерный прогрев помещения благодаря инфракрасному излучению, экономичность и безопасность за счет использования газа как экологичного и дешевого топлива, итальянскую надежность и качество исполнения, а также наличие термостата, пьезорозжига и защиты от перегрева и опрокидывания. А среди минусов, которые пользователи чаще всего отмечают в своих отзывах, можно выделить необходимость подключения к электросети для работы тепловентилятора, отсутствие функции дистанционного управления и высокую стоимость по сравнению с другими обогревателями такого типа. Конечно же, отзывов с нотками негатива абсолютное меньшинство. Предпоследний газовый обогреватель, о котором я хочу вам рассказать, называется Elitec TP4GI. Эта инфракрасная модель имеет три режима мощности – 1,5, 2,8 и 4,1 кВт – и может работать от баллонного газа пропана. Он также оснащен встроенным газовым баллоном емкостью 27 литров. Имеет керамический нагревательный элемент, пьезорозжиг, термопару и датчик кислорода. Прибор подходит в том числе для автономного отопления гаражей, магазинов, складов и других помещений. Среди основных преимуществ устройства стоит выделить экономичность и экологичность за счет использования газа пропана как топлива, надежность и долговечность за счет металлической конструкции с износостойким покрытием и качественного производства, быстрый и эффективный прогрев помещения за счет инфракрасного излучения, безопасность за счет наличия термопары и датчика кислорода, которые контролируют горение пламени и уровень кислорода в воздухе. А среди недостатков, которые обычно указывают пользователи в своих отзывах, стоит выделить необходимость регулярной замены газового баллона, отсутствие дистанционного управления и термостата, высокую температуру рабочей поверхности, которая может быть опасной для детей и животных. Но справедливости ради стоит сказать, что отзывов с негативной окраской абсолютное меньшинство, как и в случае с остальными моделями в нашем рейтинге. А завершает наш топ-7 лучших газовых обогревателей для дома и дачи модель Baloo BIGH55. Этот инфракрасный обогреватель имеет два режима мощности – 2,8 и 4,2 кВт – и может работать от баллонного газа пропана или бутана. Он имеет встроенный газовый баллон емкостью 27 литров, керамический нагревательный элемент, пьезорозжиг, термопару и датчик кислорода. Мне также хочется отметить, что прибор предназначен для обогрева помещений площадью до 60 квадратных метров.
квадратных метров. Что же касается его веса, то он составляет 8,45 килограмма. Также производитель предусмотрел здесь защитную решетку и поддержку функции автоматического отключения при сильном наклоне или опрокидывании для большей безопасности. Функция контроля наличия пламени тоже реализована. Среди основных преимуществ устройства можно выделить поддержку технологии Fast Heat, которая обеспечивает одновременно инфракрасный и конвективный теплообмен, увеличивая теплоотдачу на 25%. Возможность подключения к электричеству для работы кварцевых ламп и низкую стоимость по сравнению с аналогами. А среди минусов, которые владельцы чаще всего отмечают в своих отзывах, стоит выделить необходимость регулярной замены газового баллона, отсутствие дистанционного управления и термостата, высокую температуру рабочей поверхности, которая может быть опасной для детей и животных. Напоминаю, что ссылки на все обогреватели, представленные в нашем рейтинге, вы найдете в описании. Там же мы оставили специальный скидочный промокод, которым обязательно стоит воспользоваться, если вы хотите сэкономить при покупке. А у меня на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, если наше видео показалось вам интересным и полезным. И не стесняйтесь делиться своим мнением в комментариях. Счастливо!